Приветствую, дорогие друзья! Сегодня праздник, замечательный день Святого Николая, и наш город имеет к этому отношение. И вообще наш город удивительный, может быть, благодарен, что ему сопутствует такой вот Святой Николай, потому что наш город богат талантами в самых разных направлениях, и, конечно, спортивных. И особенно много здесь настоящих преданных спорту людей, и много очень династий, которые, в общем-то, помогают развивать и создавать уникальные спортивные личности. Это и в легкой атлетике, и в прыжках в воду, и в прыжках на батуте, в самых разных видах. Можно перечислить, например, в легкой атлетике Демидовы, в гребле Бессоновой, Николаевой, прямаки. Это, ну, в общем, очень много. Но сегодня у нас есть возможность сказать о том, что вот благодаря Николаю, Николаю Григорьевичу Пономаренко, у нас есть еще спортивная династия, связанная с футболом. И сегодня наш гость, вот сегодняшний праздничный день, представитель этой семьи спортивной, футбольной, Владимир Пономаренко, мастер спорта по футболу, человек, который очень любим многими зрителями николаевскими. Его любят не только в нашем городе, в других городах. Но одна есть очень интересная черта. Почему связана она с железнодорожным транспортом? Потому что как-то получилось, что вы проложили рельсы, вот благодаря родителям ты закончил техникум имени Образцова. И Игорь, старший брат, тоже. Потом закончил институт железнодорожного транспорта в Ленинграде. С чем связано вот это все, что... Вот. И мать ваша тоже работала там, Валентина Даниловна, многие годы. Чем связано вот это железнодорожное направление? Наверное, скорее всего, потому что по линии отца, получается, мой дед был машинистом. Машинистом, опять же, железная дорога. И когда родители приехали в Николаев, то есть... Отец работал на ЧСЗ на заводе и учился в железнодорожном техникуме заочно. И мама моя, Валентина Даниловна, тоже была комендантом в техникуме и заочно училась в железнодорожном техникуме. А может быть, это связано с тем, что вот техникум находится на улице Пушкинской? Именно там находится самый знаменитый наш спортзал первый. Детской спортивной школы номер 3. Там тренируются дети, юные футболисты. И тебе стоило перешагнуть там 2 метра из техникума и заняться футболом. И ты с детских лет связан с футболом. Сначала кожаный мяч, потом играл в зажейки, а потом уже пришел в мастера высокого класса, профессионалы. Как это получилось, твое движение в футбол, твое и Игоря? В 1993 первым я начал заниматься. Он старше меня. Занимался в 1993. Я поначалу первые полгода занимался акробатикой, затем не сложилось. Это подворцы судостроители, да? Да, да, вот судостроители. Там не сложилось. Пошел. А вот это какой год? Вот сейчас нас. Вы же тогда начали выигрывать призы? Ну, тут... 87-й. Ну, это было недавно. Это было совсем недавно. Да. И, в общем, вот так пошло, да? Игорь увлек тебя, и ты занялся капитально футболом. Потом ты вписался в биографию нашей области футбольной. Необычно, потому что после того, как прошел курс детской спортивной школы номер 3, Владимир Иванович из Восковского школу его познал, и ты попал в состав, перспективный состав Очаковской «Артании», которая была маяком. Что за чудо сотворили тренер Журавкин вместе с тобой и с твоими товарищами? Ну, там еще до Очакова я с 93 уже перешел. Тогда детская школа «Состроитель» была. И там я закончил это ДЮСШ. Затем поехал в Очаков, скажем, на просмотр, как молодой, перспективный. Тренер Журавка был, Валерий Викторович. Он своими, скажем, правильными действиями тренировок, скажем, сделал из нас, потому что я не один там был, как молодой выпускник школы. Вот он из нас, скажем, сделал довольно-таки, дал нам старт в большой футбол. Володь, ну ведь тогда благодаря братьям Журавка команда Очакова сотворила чудо. Из любительского футбола по существу вышла во вторую лигу, потом в первую лигу. Что они натворили? Потому что выиграли Кубок Миллиона Всесоюзный. Что это за команда такая была, где ты начинал вот такой старт в профессиональный футбол? Ну, как объяснить? Это все, наверное, благодаря Журавкам, что они сумели создать такую... Ну, там была как бы
наполовину. Половина опытных было футболистов, половина нас, молодежь, он брал туда в команду. И вот, наверное, за счет этого, за счет молодости и опыта получилось. И первая лига была, вернее, вторая, затем мы вышли в первую лигу. А не получилось так странно? Вроде небольшой курортный город, и вдруг команда из любителей, рядом судостроитель, известнейший клуб на весь Союз, и вдруг такой конкурент рядом, под боком, а? Вы чувствовали, что вы можете там показать свой уровень на высочайшем уровне? Вы имеете в виду конкурент для Николаева? Да, и для Украины, потому что вы там творили чудеса везде. Ну, скажу честно, просто собрался очень хороший коллектив. А вот это что за команда? Это уже Кривбас. Это когда мы играли на УЕФА с Пармой. Вот тогда ты вышел на международную арену, перед этим ты вернулся в судостроитель, там вас заметили, предложили перспективы, и вы поняли, что есть возможность выйти на очень высокий уровень международный. И тогда появилась заграница, появились возможности. Как ты себя уже чувствовал, как футболист там? Все-таки ты был такая рабочая лошадка в середине поля. Надо помогать защите, надо снабжать нападающих мячами. Ну, в общем, больше всех пробегал, больше всего доставалось тебе по травмам. Вот этот период становления как на тебя прошел? Ну, во-первых, мы, чтобы попасть в Кривбас, прошли еще здесь, в Николаеве мы играли, отыграли 6 лет. 6 лет, я имею в виду, с теми же ребятами, с которыми были и в Очакове. Потом так же самое мы перешли в Николаев, отыграли 6 лет. И уже играли и в высшей лиге, то есть опыт был. И потом переход в Кривбас. Но в Кривбасе уже сложилась очень хорошая команда, стабильная. Почему? Потому что мы 2 года к ряду становились бронзовыми призерами Украины и выходили, играли в кубках УЕФА. Володь, вот часто выпадает из общего внимания очень важная сторона вообще спорта, потому что всегда видят голы, очки, секунды, блещет тот или иной спортсмен на какой-то спортивной арене и забывает об основе. Дело в том, что ваша семья – это такой очаг замечательный. Вот поэтому ты скажи, вот как Валентина Даниловна относилась к вашему занятию футболом, Николай Григорьевич, вот почему у вас такая любовь оказалась к работе, теперь к футболу общему? Ну, за маму могу сказать то, что как в детстве, да, молодой, форму надел, побежал, вышел на улицу, грязный, пришел, форму поменял, пошел в... Чисто бытовые вопросы, да? Да, на школьный спортивный этот футбольное поле, там побегал опять грязный, пришел, это все надо было перестирывать, а это все же делается вручную, естественно, тяжело. Организм растет, тут и кормить надо, ну, ей... Ну, ты чувствовал поддержку вместе с Игорем? Что она заинтересованно относится, чем ты занимаешься, да? Конечно, конечно. Самое главное было, что не шататься где-то в подворотне, что есть ребята, занимаются футболом, спорт. Вот часто бывает так, что говорят, если нет чувства патриотизма, то спортсмен выступает, ну, как-то так, профессионально, то зарабатывает на этом. А вот ты чувствовал, что ты любимец николаевской публики. Ты выходишь на стадион, ты как артист, перед этой многотысячной аудиторией собиралось очень много, что тебя уважают, любят как футболист. Ты чувствовал это внимание, и ты ответственность свою понимал за город Николаев, за родную улицу, дом, семью? Самое главное, что произошло, что мы оказались большее время, вот эти вот 6 лет, которые мы отдали городу Николаеву, играя за команду, потому что мы дома. Тут нет никаких там, какие у тебя деньги, какие зарплаты. Ты когда выходишь на 90 минут на футбольное поле, ты забываешь обо всем. У тебя есть только футбольный мяч, ворота, болельщики, которых старались радовать. Побольше собрать болельщиков на своих трибунах. Дело в том, что, конечно, по сути дела, футболисты и вообще спортсмены, они очень много путешествуют. И тебя знали по всей Украине, но тебя было не с клубов. Сейчас один из клубов, который тоже тебя призвал, взяли тебя, значит, из Кривого Рога, это у нас Донецк, да? Металлург Донецк. Донецк. Тоже страница своей биографии. Насколько интересно там было тебе? Так же самое получилось первые 2 года. Проведя Металлург Донецкий, мы тогда сами становились бронзовыми призерами.
то же самое участие в Кубках УЕФА, раньше так называлось. То есть, опять же, довольно стабильный состав. А как тебя воспринимали там вот, николаевцы в своей новой обстановке? Донецке, Крём, Роге, Симферополе. Когда в Кривой Рог мы пришли мы вчетвером с командой Николаева, то это считался, мы уже пришли как костяк. Костяк Николаева добавил костяку Кривбаса. Отношения очень сложились. Хорошие, дружеские. То есть и из-за этого получилось. Сразу выиграли бронзовые медали. Но ты в составе команды «Эвис» города Николаева тоже выступал в высшей лиге. А как ты, выступая за другие команды, играл против своих? Вот интересно, а? Или тут не имеет значения? Нет, естественно, конечно, не имеет значения, потому что у тебя есть контракт, которому ты должен его осуществлять. Тут нет разницы, за какую ты команду играл. Выходишь и добиваешься успехов только за ту команду, за которую ты непосредственно сейчас играешь. Володь, вот у тебя очень важная роль полузащитника, это значит быть везде на поле. Но ты же очень много голов забивал. Вроде же себя не считал бомбардиром. Ну, скажу откровенно, не очень много я забил. Ну, по большому счету. Некоторые за всю биографию 2-3 гола их и пишут о них, как вроде бы они звезды супер. Ну, у меня больше роль откладывалась для меня, как приносить снаряды, да, партнерам. Вот сейчас уже прошло очень много лет. Ты сейчас пришло к новому рубежу. Не каждый талантливый спортсмен может проявить себя как тренер. И вот теперь, вот вообще примечательно то, что твой брат Игорь посвятил многие-многие годы интернату, где воспитывал юных футболистов. Они удачно выступали, успешно выступали на областных соревнованиях, всесоюзных, да. Выезжали за рубежом. Вот что это за страсть такая работать с детьми у него? Может быть, тебе тоже это передалось? Честно, ну, не знаю сказать, наверное, так судьба. Судьба определила, что, во-первых, он пошел туда работать, как... Тренер, да? Ну, да, как тренер, преподаватель. И все, она затягивает просто, работа с детьми, футбол, она затягивает. Дело в том, что сейчас Игорь возглавляет очень важное направление городской федерации футбола. Ты занялся очень важным делом по воспитанию юных футболистов. И вот сейчас мы накануне Нового года. Считанные дни остаются до него. А это самый такой интересный праздник, дорогой, потому что он относится к каждому из нас. И он оптимистичный, потому что мы надеемся, что что-нибудь новое он принесет. Радость новая. И поэтому вот накануне Нового года, что бы ты хотел сказать землякам вот в День Святого Николая? Ну, во-первых, поздравляю всех с этим праздником. И накануне Нового года хочу так же самое всех поздравить. Всех родных, близких, друзей, земляков с наступающим Новым годом. Самое главное, хочу пожелать мира, добра, тепла, семейного счастья и, наверное, благополучия. Итак, сегодня накануне Нового года, 2016 Олимпийского года, у нас была встреча с нашим земляком Владимиром Пономаренко, мастером спорта по футболу, который очень много сделал вместе со своей семьей для Николаевского футбола. И надеемся, сделает, потому что сейчас у него работа с молодыми, юными, талантами, футболистами. Это смена нашей главной команды. Поэтому всего вам хорошего, до новых встреч!